Че, Томас, травоядный? Травку кушаешь, да? Ну-ка покажи нам, какая травка хорошая. А? Давай, покажи. Какая? Томас. Привет, киса. О, Томас пришел. Ужин требует. С подружкой. Пытается дверь открыть. Томас, Томас. Что? Не можешь открыть? Не можешь? А? Что? Что такое? Томас. Она с большим аппетитом ест кукурузу, морковку и картошку. Просто секрет в том, что когда я это готовила, я туда положила еще эти кебабы. То есть там было мясо. Видимо, у нее то, что она сейчас ест, это все со вкусом мяса. Первый раз вижу кошку, чтобы она ела кукурузу и морковку. Ну, картошку она сразу съела. Смотрите, жует. Вообще жует без всяких там этих. Кисочка. Тебе там это, не подавишься? Сейчас посмотрим, как он будет себя вести, чтобы ее высвободить. Между ними дверь, сетка. Ну, Томас, что? О, она сама вышла. Томас, ты только не дерись. Голод не тетка. Вон даже. Попкорн коты едят. Да? Ну-ка покажи нам, как ты попкорн ешь. Я вообще в шоке. Первый раз вижу, чтобы кот ел попкорн. Наелась уже. Две штуки съела. Давай. Вот так. Томми пришел к нам прятаться от ливня. Очень сильный. Ой, дождь идет на улице. Да, Томми? Да. Страшно там на улице, мокро. Все, Томас, дождь закончился, пора идти гулять. Да? Нет? Нет? Да ты хороший. Хороший? Вот такие вот дела. Все, Томас, ты свободен. Ты не хочешь уходить? Не хочешь, да не хочешь. Томас. Не хочет уходить.